На русской 19 иностранный гражданин попал в ДТП. Жив-здоров, общается с сотрудниками ДПС. Авария случилась после полудня. Три «Тойоты», «Пробокс», «Камри» и «Приус» движутся по русской в сторону автовокзала. Небольшая автомобильная пробка в районе торгового центра «Енисейский». Владельцы трех транспортных средств знакомятся друг с другом. Причина – ДТП. Банальная. Рулевой универсала притормозил перед пешеходным переходом, пропускал людей. Владелец седана тоже остановился, а вот хозяин гибрида, как выражаются автомобилисты, проморгал вспышку. Не выдержал дистанцию и, как итог, «Приус» поцеловал корму «Камри», а та, в свою очередь, влетела в заднюю часть «Пробокса». Вы остановились по какой причине? Ну, пешеходов пропустить. Угу. Все, пешеходы прошли, да? А когда вы до нас? Ну хорошо, что прошли, я так бы сбил. Угу. А потом что произошло? Ну и все. Вот, смотрите. Универсалом и гибридом управляли российские граждане, а вот баранку седана крутил иностранец, житель Поднебесной. После столкновения иностранец опешил. Русским языком практически не владел, в аварии не попадал. Поэтому не знал, каковы его дальнейшие действия. На выручку пришел аварийный комиссар. Помог мужчине составить извещение. От помощи аварийного специалиста не отказался и рулевой пробокса. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС начертили схему аварии и попросили водителей подбитых транспортных средств убрать машины с проезжей части. Три «Тойоты» на ходу, с документами у рулевых все в полном порядке.